a season of restoration. Chapter 29, verse 18. Притчи 29:18 в переводе Passion звучит так: «Когда нет ясного пророческого видения, люди быстро уходят в сторону». Многие люди потеряли свой путь во время пандемии, потому что они больше не связаны с Домом Божьим. 500 тысяч детей выпали из системы образования. Они просто исчезли за последний год. Если это не волнует вас, то не знаю, что может волновать вас. Каким будет будущее этих детей? Они беременеют в 10 лет. Это признак отчаяния и безнадежности. А мы лишь хотим говорить о своей религии и доктрине. Притчи 29:18 в переводе Message. Если люди не видят, что делает Бог, они спотыкаются из-за себя. Мне кажется, что мы видим это по всему миру. В Афганистане и других местах мы видим нехватку лидеров, потому что нашему миру не хватает видения. Нам говорят, что мы должны выживать, но Бог не призывал нас выживать. Он призвал нас процветать. Бог говорит: «Я знаю свои намерения о вас, мысли во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Если вы верите, что ваши лучшие дни впереди, то поднимитесь с места и прославьте Господа во имя Иисуса Христа прямо сейчас и здесь. Аллилуйя! Слава Богу!» Елена Келлер сказала: «Хуже слепоты может быть лишь зрение без видения». Притчи 29:18 в расширенном переводе звучит так: «Народ погибает». Бог ясно говорит об этом, когда люди теряют видение. Видение говорит о будущем, о лучшем завтра. Что происходит с ними? Они сбрасывают ограничения и теряют надежду. Они раздражаются, они обращаются к другим вещам. Если посмотреть на наш мир, мы увидим симптомы отсутствия видения. Какой молодой человек не хочет образования? Нормально говорить: занимайтесь образованием с помощью компьютера. Но у 92% наших граждан нет доступа к данным. Молодые люди, которые должны были стать докторами, юристами, политиками, будущее нашей страны уничтожается прямо у нас на глазах. А мы говорим лишь о том, что церкви должны оставаться закрытыми. Для кого-то церковь — враг номер один. Ясно, что распад нашей страны связан с исключением церкви из общества. Библия ясно говорит, что без видения народ погибает. Погибает церковь, дом, семья, бизнес, общество, город. Когда я приезжаю в Блумфонтейн, мне хочется плакать, когда я вижу, как рушится этот город без видения из-за плохого управления. Прекрасный город, который был известен как город роз, теперь стал городом хаоса. Нет видения, нет лидерства, нет движения вперед, нет видения, и без него мы не можем планировать лучшее завтра. Без видения мы не можем ожидать лучшего завтра. Многие люди живут изо дня в день. Нам нужны люди видения и нужны лидеры. Те, которые смогут объединить ЮАР видением для каждого гражданина. Вы можете быть черным или белым, молодым или старым, это не имеет значения. Мы больше не можем спорить о прошлом и апартеиде. Мы должны говорить о новой, лучше ЮАР. Мы должны дать каждому место под солнцем, чтобы участвовать в восстановлении этой страны во имя Иисуса. Без видения народ погибает. Человек без видения — это человек без будущего, а человек без будущего всегда будет возвращаться к прошлому. Я много раз встречался с религиозными лидерами. Мне надоело сидеть с религиозными лидерами, которые не видят состояния нашей страны. Я понимаю, когда политики играют в свои игры. Но когда пасторы начинают отворачиваться и не видят проблем, с которыми мы столкнулись, это страшно. Уровень депрессии вырос на 60%. Она касается молодежи. Уровень преступности вырос на 60% за последний год.
насилие по половому признаку — это негативные вещи, которые появились из-за отсутствия видения. Просто сидите в уголке и молчите. Они пытаются заглушить самый сильный голос в стране — голос церкви. Как никогда наш мир нуждается в видении. Майлз Монро сказал: «Я считаю, что величайший дар, который Бог дал людям, это не дар зрения, а дар видения». Зрение — это функция глаз, а видение — это функция сердца. Я не найду своего будущего на CNN или на ENCA. Я найду свое будущее на скрижалях своего сердца, когда Бог обратится ко мне. Аминь. Когда у человека нет видения, он живет на основании того, что видит. Мы действуем на основании того, что мы видим. Нами управляют внешние обстоятельства. И что мы теряем? Надежду. А ведь это самое сильное, что может быть у человека. Библия называет Бога Богом надежды. Надежда говорит о лучшем будущем. Люди любят говорить о плохом будущем. Готовьтесь к четвертой волне, а после этого будет пятая и шестая волна, а за ними седьмая. Когда все это закончится? По правде говоря, это не закончится. Мы должны разбираться с этим постоянно. Но мы не можем терять надежды и не можем терять веры в Бога, не можем терять своего свидетельства. Мы должны научиться разбираться с этим, как мы разбирались со всем остальным. Мы не должны бояться, потому что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Я услышу «Аминь» во имя Иисуса. И когда я слышу, как некоторые говорят о будущем, я не могу соглашаться с ними. Я не считаю, что это последний час. Я считаю, что это почти последний час. Если вы не были на вечернем служении, посмотрите проповедь о последних временах. Еще должны произойти определенные вещи перед возвращением Иисуса Христа. Мы понимаем, что сатана попытается предвосхитить возвращение Иисуса Христа и опровергнуть библейские предсказания. Но Бог контролирует все. И до возвращения Иисуса будет величайшее пробуждение в мире. Мы наполним пустые стадионы. Не фанатами футбола, а людьми, которые будут поклоняться Господу Иисусу Христу. Мы увидим, как десятки тысяч людей будут спасаться на этих собраниях. Христиане, вы должны прославить Бога на этом месте, так, словно вас 10 тысяч, а не 10 человек. И сделайте это во имя Иисуса. Библия говорит в Деяниях 2 главе 7 стихе: «И будет в последние дни, и залью Духа Моего». Так говорит Господь. «И залью Духа Моего на всякую плоть, независимо от того, образованы вы или нет». Президент вы или бедняк, не имеет значения, где вы сейчас, важно то, куда вы направляетесь. Вы не можете изменить вчерашнего дня, но у вас должно быть видение на лучшее завтра. Вы можете смотреть нас на One Gospel в Пакистане или в Индии, а вы окружены бедностью и проблемами. Не позволяйте окружающим вещам определять то, кто вы. Смотрите на Иисуса. Бог работает в вас. Бог есть Бог снов и видений. Видение — это самая сильная вещь, которая может быть у вас, а все потому, что то, что вы видите, зажигает надежду. Оно позволяет вам перейти от того, где вы сейчас, туда, где вас хочет видеть Бог. Именно видение поднимет вас с кровати и приведет в тот дворец, который Бог приготовил для вас. Видение поведет вас в место восстановления, которое Бог приготовил для вас. Бог говорит: «Юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Для меня сны — это кошмар. Слава Богу, что я все еще вижу видения. Должно произойти много вещей. Вот почему это не моя реальность. А вот почему я не склоняюсь перед давлением и той реальностью, которую нам хотят преподнести.
Нет, я не могу преклониться перед ней, потому что я не от этого мира, я от Бога. И внутри меня другой образ. Это не образ разрушения, не образ церкви на локдауне. Это образ церкви в пробуждении во имя Иисуса. Я скажу вам в силе Божьей, что церкви станут сильнее и больше, чем когда-либо. Они станут могущественнее, чем когда-либо. А враги креста исчезнут благодаря Богу. А вы увидите, следите за тем, что будет в ближайший год. Старцы будут видеть сны. Если вы видите сны, значит, вы еще живы. Это значит, что у вас есть завтрашний день. Готов не к пенсии, а к новому огню, чтобы подняться на новую гору во имя Иисуса. Ваши лучшие дни еще впереди, даже если вам 85. Итак, первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А что убивает наши сердца? Люди говорят, что это делает страх и неверие. Сценарий этого дня — замыслы злых людей. Вот что управляет людьми. Я молюсь о том, чтобы Бог дал политическим лидерам мудрости. Я говорю это искренне, потому что многие не видят этого. Многие пасторы и епископы не замечают того, что происходит в мире. Мы видим разочарование и тревогу. Люди видят, что их лишают определенных прав. Это происходит в таких масштабах, которых мы не видели ранее. Я молюсь о мудрости, о том, чтобы правительство приняло церковь и дало ей место за столом, чтобы правительство прислушалось к церкви и сделало ее частью решения проблем в ЮАР. Я услышу аминь на этом. Мы не враги государства. Мы лучшее, что есть у государства. Если вы не заметили, вирус вырвался из-под контроля, в то время как церкви были закрыты. Поэтому не говорите, что церковь распространяет болезнь. Вы не смогли доказать этого. Лидеры церкви начинают сомневаться в замыслах. Это уже не вопрос безопасности. Многие вакцинированы. Мы управляем толпой лучше других. Но при этом нами пытаются управлять жесткой рукой. А вы думаете, что христианские лидеры не будут ставить это под вопрос? Скажите, почему церковь? Я уже стал их целью. Поэтому буду говорить все как есть, и об этом будут слышать во всем мире. Кто-то сказал мне: «Ты сам навлек это на себя». Я сказал: «Да, потому что я открыл окно, как Даниил». Да, я сделал это. Я молился громко, проповедовал громко, не против кого-то, а ради целей Божьих и Христа. Мы откроем окно еще шире и будем проповедовать еще громче. Мы будем громко говорить о нашей цели, потому что без Иисуса Христа у мира нет надежды на будущее. Я знаю, что это так. Итак, сны и видения приходят от Бога. Лидер страны должен получить Божье видение. Вот почему возникают проблемы, когда мы убираем Бога из Конституции. Это серьезные проблемы, и я люблю историю. Потому что вчерашний день учит нас о завтрашнем. И пока весь мир хочет обратиться к социализму, который в итоге перерастет в марксизм, или хуже того, в коммунизм, люди, которые жили в социализме и коммунизме, такие страны, как Венгрия, Польша, жившие под этим режимом, обратились к христианству, и сейчас этими странами управляют консервативные христиане или христиане-демократы. Они поняли после многих лет под коммунизмом, под гнетом, что есть лишь один путь для строительства будущего, и этот путь состоит в том, чтобы строить политику на основании Слова Божьего во имя Иисуса. Так появилось ANC в англиканской церкви. Они строили свою политическую доктрину на основании Слова Божьего. Братья и сестры, если забрать Бога из общества, то ситуация будет становиться лишь хуже и хуже.
вплоть до того, пока у людей не лопнет терпение, и они не встанут и не скажут: «Мы хотим праведного правительства, которое будет преклоняться перед Богом, ценить Слово Божие. Нам нужно вернуть молитву в школы, нам нужно вернуть Библию в школы во имя Иисуса Христа. Другого пути нет». Вы не построите страны, забыв о 86% населения, которые являются христианами. У меня могут быть проблемы из-за этого, но как никогда. Мы нуждаемся в рождении политической партии. Вы скажете: а как насчет христианской партии? Время было неправильным, потому что тогда это была христианская проблема. Они должны понять, как люди в странах, которые когда-то находились под диктатурой коммунизма, что без Бога нельзя никуда продвинуться. Однажды они предстанут перед Богом и дадут ответ за то, что сделали против этих людей. Я видел, как в Украине сотни тысяч людей вышли на парад, празднуя свободу христианства. Там люди могут проповедовать Евангелие и служить Богу. Сотни тысяч людей собрались вместе, чтобы поклониться Богу. А что не так с ЮАР? Почему здесь христианство подавляют? Простите, но я не могу молчать. Все остальные молчат. Не ведите себя так, словно все в порядке. Это не так. Я встретился с начальником полиции и сказал: преступление — это моральный вопрос. Было такое чувство, словно мы с ней говорим на разных языках. Она сказала: величайшее преступление сейчас — это распространение вируса. Я спросил ее: вы приравниваете это к убийству, что ли? Она сказала: это то же самое, что убийство. А вы готовы повторить то же самое девочке, отца которой только что убили? Или той девочке, которую изнасиловали? А вы хотите сказать, что главная цель борьбы с преступностью сейчас — это следить за тем, чтобы христиане следовали ограничениям? Это зло, этому нет оправдания и не будет. Мы имеем право поклоняться Богу. Если бы у меня не было видения, то я бы стал как остальные. Я был бы маленькой овечкой, которая пряталась в углу и говорила бы на все «бе». Но это «бе» становилось бы все слабее и слабее, пока не осталось бы вообще никакого «бе». Так что видение и сны приходят от Бога. Бог общается так со своими людьми, открывает им будущее. Так Бог пишет будущее на вашем сердце. Когда начинаешь говорить о видениях и снах, у людей возникает мистическое представление. Они думают, что должны найти видение, найти сон, ну или видение. Если в городе есть пророк, они бегут к нему, чтобы найти какой-то сон. Я хочу сказать вам, что Бог никогда не помещает сны или видения в место, где их нельзя найти. Бог дает вам сны и видения в том месте, в котором вы найдете их, если будете искать Его. А где это место? В вашем сердце. Когда вы приближаетесь к Богу, ищете Бога, поклоняетесь Богу, проводите время с Богом, вы начинаете видеть, что Бог написал на скрижалях вашего сердца, и тогда никто не сможет забрать этого у вас. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Библия говорит: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». И снова я вспоминаю детей, которые потеряли связь с системой образования. Она бросила их. Вы это понимаете? 500 тысяч детей. Я даже не вспоминаю студентов университетов. Они потеряли связь с будущим. Как им догнать все упорно? Упущенное, скажите. Почему мы не можем обеспечить безопасность людей, понимая то, как работает и мутирует этот вирус? Почему? Никто не боится, когда садится в маршрутку, но все боятся, когда нужно идти в церковь. Ваш сон не будет снаружи, он будет внутри вас.
Иоанна 16:13. Библия говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Я повторю еще раз. Там, где нет видения, народ погибает. Без откровения о плане Божьем на жизни люди сбрасывают все ограничения. Это означает, что они теряют надежду. Зависимости достигли невероятных высот. Вы это понимаете? Насилие по половому признаку достигло таких высот, каких мы не видели. Подростковые беременности. Все это связано с отсутствием видения. Где люди находят видение? В присутствии Божьем? Если убрать присутствие Бога из общества, как будут жить люди? Как они смотрят на этот мир? Своими глазами? В нашей церкви много докторов, и я знаю, что вы сталкиваетесь с этим каждый день. Вам тяжело связать образ в сердце и то, что вы видите. Я это понимаю. Мы постоянно видим, как люди умирают из-за рака, диабета, ВИЧ. Люди умирали всегда. Я не пытаюсь уменьшить значение пандемии. Мы должны бороться с ней верой и наукой. Но мы не можем позволить ей лишить нас будущего. Мы не позволили ВИЧ, от которого погибло столько людей, лишить нас будущего. Мы придумали решение. Мы сказали, давайте планировать лучшее будущее. Давайте делать все, что можем, чтобы обеспечить будущее всем ЮАР. Ведь так? Нам нужно, чтобы все собрались за столом. Нам нужно, чтобы все мечтали вместе. Нам нужны лидеры, которые не будут применять драконовские меры к определенным секторам общества, но будут давать видение всем участникам общества. Что такое видение? Это Божий план и цель на вашу жизнь для нашей страны. Бог дал множество обетований ЮАР. Видение — это образ Божьего предпочтительного будущего для вашей жизни. Это не та реальность, которую вы видите. Он видел конец. Еще от начала. Аминь. Вы уйдете в облаке славы. Ваши лучшие дни еще впереди. Вы станете больше и сильнее, чем когда-либо. Мне говорят, ты даешь людям ложную надежду. Это Евангелие надежды, а не Евангелие безнадежности. Это Евангелие надежды. Если у людей будет видение, они будут готовы на жертвы. Те, у кого слишком много земли, с радостью помогут тем, у кого нет земли. Наша страна страдает, наши люди страдают. Церковь — это единственное, что может дать людям надежду. Прошло 18 месяцев пандемии, а ситуация лишь ухудшилась, а не улучшилась. Прекрасное будущее — вот что Бог задумал для своего народа. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Это правда. Иоанна 3:16, Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это Божье видение для всего мира. 2000 лет назад Иисус умер за вас. Он любит вас. Он хочет отношений с вами. Возможно, вы отошли от Бога, потеряли себя в этом локдауне, но я хочу сказать вам, что Бог любит вас. Сегодня вы можете примириться с Богом, а вы можете примириться с Ним. Поэтому положите руку на сердце и помолитесь со мною. Господь Иисус, сегодня я отдаю свою жизнь Тебе. Я отдаю Тебе все. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса.